почему? Welcome to Wesley's channel. This is Wesley, and it is Wesley's news. Come on, man. Well, I got all the time in the world. Come on, man. Передача для многих. Мы поговорим об изобретениях и открытиях Николы Тесла. Вернее, только об одном. О том, которое ему не дали воплотить в жизнь, хоть это и была его заветная мечта. Я говорю о получении энергии и передаче ее без проводов. Никола Тесла – это гениальный ученый, далеко опередивший свое время. Но мне хочется сказать по-другому. Невозможно опередить свое время. Если разработки появились, то это означает, что их время пришло. Именно тогда их и надо было применять. А вот тормозом как раз явились те отсталые люди, которые находились у власти и не дали их применять в силу своей личной алчности. Личные интересы и амбиции преобладают до сих пор. И мне стыдно, что в эту аферу увлечены те, кто по своей сути должен развивать науку. Ученый отличался Тесла от других. В первую очередь это труженик, который все свое время посвящал работе. У него не было ни семьи, ни детей, ни собственного дома, за которым надо было ухаживать. Ничего, что могло бы его отвлечь от работы. Возможно, что это и была его жертва ради науки. Да, часть разработок внедрена, она и составила большую часть нашей электроэнергетики. Это генераторы и электродвигатели, само переменное напряжение. Все, что связано с переменным напряжением, это его детище. Но мало кто знает, что в его музее хранится в 6 раз больше информации, которая никогда не видела свет. Директор этого музея рассылает письма о помощи донести эту информацию людям, в том числе и Российской академии. Это письмо датировано 2011 годом. Кто-нибудь из вас видел новые публикации? A team of scientists from Russia believes this may be possible using technology now a century old. At the start of the 20th century, famed inventor Nikola Tesla designed and built the first Tesla Tower. This futuristic spire was intended as a test of a system to deliver electricity worldwide. Construction of the Wardenclyffe Tower was completed in 1917, and despite several tests, the 187-foot tower constructed of wood and copper could not transmit electricity as needed, and it was soon torn down. Now a group of engineers has redesigned the tower using modern materials and electronic components. After 5 years of research, they believe their version of the Tesla Tower could provide electricity to locations around the globe. Leonid and Sergei Plekhanov, a pair of brothers who graduated from the Moscow Institute of Physics and Technology, are behind the plan. The pair examined Tesla's original plan and the design of the original tower. They believe that their team has found a way to make the idea work using modern technology and construction techniques. Tesla's original tower weighed more than 60 tons, and this new design will weigh just 2 tons. Construction of the tower itself could begin this. That mountain's between us and Moab. Yes. Over by the Arches. If you look up the Arches, yeah. National Park, it's over near there. So we have Colorado here, Utah over there. Yes. Near that mountain, about halfway, partway through that mountain. Okay. Oh my goodness. Описаны открытия, которые можно патентовать. Если любой человек будет тратить столько времени на изучение чего-либо, он с легкостью превзойдет всех остальных. Это как в спорте. Чем больше тренируешься, тем лучше у тебя результат. И вот уже больше 120 лет мы по инерции скрываем то, что уже наработано, даже не понимая зачем. Теперешнее общество уже подтянулось в знаниях до уровня Никола Тесла, и то только благодаря его подсказкам. 120 лет понадобилось коллективному разуму догнать разум одного человека. Представляете, какой это был потенциал?
Я сейчас расскажу принцип того, из-за чего закрыли Никола Тесла. Если через месяц вы зайдете на мой канал и увидите, что видео удалено, то, скорее всего, общество, как и прежде, не готово к переменам. Но если ролик будет на месте, то у нас есть все шансы перейти на следующий уровень в техническом плане. Кстати, видео можно скопировать в свои закрома, не надеясь на случай. Итак, вступление длинновато, но оно того стоит. Приступим. Нас всегда обучали, что вечных двигателей не существует. Отчасти это верное утверждение. Энергия не может появиться ниоткуда. Но все же такие устройства существуют, и их множество. Эти устройства черпают энергию из других сред, которые мы не учитываем или о них не знаем. КПД любого устройства всегда меньше 100%. Но оно может брать часть энергии извне, из другой среды. Например, тепловой насос, который отапливает жилище, на 1 кВт затраченной энергии на вращение компрессора вырабатывает 5 кВт тепловой энергии. 4 кВт он берет из окружающей среды – воздуха, воды, земли. Хоть КПД этого устройства меньше 100%, а вот коэффициент эффективности уже будет 500%. Он будет отдавать больше, чем затратили на него, получая часть энергии извне. One term that we'll be using when we study refrigeration cycles is the coefficient of performance. And this is what we use in order to quantify the efficiency of the cycle. When we looked at heat engines, we talked about thermal efficiency. When we look at refrigeration, we look at coefficient of performance. And coefficient of performance is written out in capital letters as COP. And we will put a subscript for either refrigeration or heat pump, R for refrigeration. And it would then be defined as being the amount of heat coming out of whatever system we're trying to cool, divided by the amount of work that we have to put in. And in the case of a heat pump, it would be our desired output. And here we're trying to heat a space, so it would be QH, and then divided by the work going in. Typical values here, typically 1.5 to 4.0 are not uncommon. To put this into perspective, if we had an electric resistance heater, which is sometimes used in areas for space heating, where they'll just run electric current through a electrical resistance heater, if you look at the resistance heater, the coefficient of performance of that system is 1, because you put in 1 watt and you get 1 watt out. So you can see that when you use the heat pump, if we're getting numbers ranging from 1.5 to 4, we're doing a lot better. And so it's a much more efficient system. An electric resistance heater is really the worst type of space heating you could possibly have. So what we see based on the coefficient of performance is we're actually transferring more heat than the amount of work that we are putting in. And sometimes that conceptually can be a little difficult to comprehend. However, the working fluid is the thing that's transferring the heat or the thermal energy. And so we're just taking it from one place and moving it to another. And we get more heat transfer out of it than we're putting in the work, which is a good thing. It's a more efficient system than we would have with the electric resistance. Продолжим. Последние 6 лет в Калифорнии одни из самых засушливых в истории наблюдений. Дождливый январь стал только временной передышкой. Власти и жители штата стремятся выработать новые способы экономии воды и ведут поиск возобновляемых источников. Одни из жителей Монтерей-Бэй предлагают добывать воду из тумана. В Монтерей-Бэй, как и на большей части калифорнийского побережья Америки, выпадает не так много дождей, зато чисты густые туманы. Дэниел Фернандес, преподаватель физики в местном университете, задумался о том, как превратить туман в воду, чтобы ее можно было использовать в сельском хозяйстве и для бытовых нужд. Он почитал в интернете и собрал свой первый туманоуловитель. Конструкция оказалась нехитрой. Когда воздух, наполненный влагой, проходит через эту сетку, маленькие капли воды собираются на поверхности. Затем они превращаются в капли побольше, скатываются вниз по сетке, и таким образом вода собирается в приемнике.
Прекрасный образец сетки, эффективный для задерживания влаги, предлагает сама природа. Это лишайник-бородач, в обилии растущий в окрестностях Монтерея. Рассматривая лишайник-бородач, мы видим, насколько разнообразны волокна. Некоторые поменьше собирают и удерживают влагу, волокна побольше для транспортировки воды вниз по растению. И когда воды становится слишком много, она капает на землю и питает дерево. Туманная вода может использоваться для полива удаленных полей или потребления людьми, которые живут вдали от цивилизации, без привычного доступа к водопроводной системе. Подробно описанные патенты Никола Тесла, в частности его трансформатор или катушка Тесла, гениальнейшее изобретение, работа которого основана на волновых процессах, которые мы, кстати, почти не изучаем. А это основа всего материального мира и не только. Так вот, это инструкции по изготовлению, но самое главное, это инструкции по применению, которую Николе не разрешили донести людям, хотя он очень хотел и посвятил этому всю жизнь. Зная, что находится под колпаком, он понимал, что такая же подробная инструкция не пройдет, но знания необходимо передать. И ему это удалось. Все, что необходимо знать для правильного применения трансформатора Тесла, записано на этом невзрачном клочке бумаги. Никола Тесла открыл область с повышенным потенциалом, к которой можно подключиться. Это ионосфера. Она имеет заряд относительно Земли более 400 тысяч вольт. Ионизация происходит из-за солнечного излучения. Сейчас я на пальцах попытаюсь объяснить, как работает трансформатор Тесла. Это две обмотки. Первая обмотка – это один виток, а вторая – множество витков. Но большее значение имеет не количество витков, а длина провода. And we have a problem here. Postulated arrangement is made out of two air coils, weakly coupled, and no spark gap and no discharge. Еще. Никаких искр из катушки быть не должно. Искра – это потеря энергии из контура. Yes, but if we do that, we no longer deal with Tesla coil. We just deal with regular air transformer, weakly coupled. Давайте представим, что вот эта вторая обмотка, но это не провод, а поле, образованное ей. Мы подаем короткий импульс тока на первую обмотку, она называется первичной, и он передается с помощью слабой индуктивной связи на вторую, вторичную. Поле, получив этот импульс, дернется и какое-то время будет колебаться в затухающих колебаниях, пока не остановится. Вот у нас получился график этих затухающих колебаний, которые мы видим на осциллографе. Но это был только один импульс. А что, если этих импульсов будет множество? И они будут поступать тогда, когда поле увеличивается, постоянно подталкивая его вверх. So now we have a choice to compensate the losses with adding minimum amount of energy to continue the swing at the same level or increase amplitude of the swing by adding more energy into it. When you're pushing swing with the right frequency at the right moment, you're creating the swing of the swing with the child on the swing. You're creating an inertia, you're actually tapping on the right moment. And it moves at a time when there was no influencing factor on it. With a very small impulse, you can make the bridge going to the vibration that can potentially damage the bridge, the Tacoma bridge. Oh, absolutely. That's true. But you have a lot of energy to do that in the wind at 40 miles an hour. So now, look, you got a swing. You're pushing it with your finger. Just a light touch, and you keep the child swinging on the swing. Okay, pick up your finger. Let's put a generator at the top that's being turned by the swing, and we'll take that voltage and run it back through something that's going to push the child. It's not going to work, and that's basically what you're doing. It will work for a certain length of time, but eventually it's going to run out. So that's basically what you're dealing with. If you found a way to get around it, I mean, you eliminate friction, you eliminate resistance, you eliminate the effort needed to keep it going. It will go by itself. If you're not doing that, a lot there to be looked at. Now, I'm looking at the equation from a different way. It would be the small force over the time, the frequent period. Now, you're not using the strong force or the huge force of the wind for the Tacoma. You just imagine that you have that imaginary bridge and you're using the small force at the right moment and you're creating the increase of the amplitude. Now you're getting to the resonance. At resonance, the inductive and the capacitive reactance is equal to zero. Well, you know, that goes back to the turn of the century, previous century. When Tesla was working, he claimed that, you know, he could bring down a building with this little tiny machine and people built that machine, actually hooked it up to bridges and to steel structures and found out that it didn't happen the way he thought it would, and they tried it
to be a skeptic. Мы получим не затухающее колебание, а постоянно нарастающее. Амплитуда этих колебаний – это и есть напряжение. Его можно так раскачать до миллионов вольт. In the field of classical physics, Sergei is promoting similar scenario. Let's say we have 15 girls, each one is happened to be 15 years old, and they push the small car. After the moment, there is a need only for two girls to push it, and after the moment, there is a need for one, and then only one finger of one girl to sustain the motion and compensate the losses, the energy stored in motion. That's what he postulates. And next, he is trying to translate that graphical picture into the electrical signals with a sinusoidal one with right edge, where the next impulse is adding into the amplitude, although it's a little bit further in time frame, or the square or rectangular one, in order to build the potential. From the field of classical mechanics, if, say, we make thought experiment, we take 1 inch of tubing, we provide the tubing between earth and ionosphere, and now we start pumping air into that tubing. By that we cause density change from the other end of the tubing in a very much precise location in ionosphere. But let's say I am 1 meter away from that very end of the tubing. The air density change attracts me with the force of value F that is inversely proportional to the square root of the distance. So Sergei forgot to mention that when you pump energy into unrestricted incised 3D space, it will expand in all directions. So he postulates following Tesla concept. Sergei wants to create electromagnetic field and electrostatic potential capable to ionize desired part of ionosphere in specifically selected location. And then we would be able to have a control over the mechanism of mutual interaction between Earth and ionosphere as we deal with capacitor as a part of resonance circuit. Sergei resonance circuit should be tuned to frequency of response, and by that we can utilize natural phenomena such as lightning to a certain degree. Although Sergei mentioned space between ionosphere and Earth as a natural waveguide with all of its properties, according to Schumann resonance, I think mixing classical mechanics with phenomena where we feel so much of a comfort to explain it by means of quantum physics and electromagnetic properties of the wave is the right way to do. We cannot simply jump between both quantum and classical physics at will, just because we have a desire to do so. There are certain rules to follow before we just make a Russian borscht out of it with Polish kielbasa on the dish inside. And even that would be next to impossible to be done. And now, as Polish apples and Polish kielbasa became restricted item by President Putin, contra sanctions against Poland, Russian bear doesn't eat Parmesan nor Polish kielbasa, I assume. Управляемый пробой. I don't know how you're doing this, but I know it's you. Prove it. Эксперименты надо начинать от сечения в 10 мм квадратных медного провода и выше. Искр в работающей установке не должно быть вообще. Индуктивность должна быть максимальная. Это значит, что длина провода будет составлять несколько километров. Причем изоляция провода будет мешать, так же, как и каркас из пластика. Это дополнительная емкость, от которой надо избавиться. Для этого последовательно катушке подсоединена еще одна переменная емкость – шар. Подстройка, которая осуществляется путем поднятия или опускания на определенную высоту. Чем выше, тем емкость шара больше, и тем больше заряд он может накопить. Кстати, последовательную емкость можно ставить после каждого витка, чтобы компенсировать межвитковую. Не забывайте про скин-эффект. Расстояние между витками должно присутствовать не меньше диаметра провода. На один виток первички меди должно уйти больше, чем на всю вторичку. Первые опыты Тесла проводил высоко в горах, чтобы быть поближе к ионосфере. Но потом выяснилось, что это не обязательно. Достаточно небольшой возвышенности. Но он не сказал главного, что это место должно находиться на параллели, где напряженность электромагнитного поля будет максимальной для одной из гармоник из центра Земли. Катушка должна иметь резонансную частоту, кратную этой гармонике. Он не сказал, но написал на том же рисунке. Кстати, эту надпись я заметил только сегодня. Я аж подпрыгнул от восторга.
Так вот, наша задача состоит в том, чтобы этим полем достать до ионосферы, подключившись к ней. Этот момент наступит тогда, когда над катушкой все небо озарит северное сияние. Это тот эффект, которого добивался Никола Тесла. Он писал, что может осветить всю Атлантику, указывая путь кораблям. И вот тогда мы подключимся к другой среде, которую не учитываем. Из нее пойдут дополнительные токи по нашему колебательному контуру. Это и будет прибавка, которая начнет циркулировать в нашем контуре между двумя обкладками конденсатора, Землей и ионосферой. Это называется управляемый пробой. И токи, которые пойдут по катушке, а потом по Земле, будут образовывать волны на поверхности Земли. Наша задача сделать их стоячими. Опять Никола Тесла подсказывает нам на этом же рисунке, что стоячие волны образовываются от удара молний, и частота этих волн около 500 кГц. Значит, контур надо настраивать на эту же частоту, чтобы образовалась стоячая волна. Еще, никаких искр из катушки быть не должно. Искра – это потеря энергии из контура, ее надо минимизировать. Многих миллионов вольт, на самом деле, основную роль играет частота. Мало кто знает, что разряды миллионы вольт и частотой выше 700 Гц серьезного вреда человеку не принесут. Из-за такой частоты разряд будет идти по поверхности тела, огибая препятствия, не нанося никакого урона. В дневниках Colorado Springs Тесла описывает, как были сделаны фотографии, те, которые мы все с вами знаем. Так вот, молния несколько раз попала в фотографа при съемке, без всяких последствий. Прошу не путать с той молнией, которая происходит в атмосфере во время грозы. Это совершенно другая частота, и последствия трагические. Здесь самое время добавить основную мысль. Наша главная задача не получить новый источник энергии. Основная задача не навредить. Большое спасибо, дорогой Сергей. Приятно было с вами работать. Есть много чего-то, конечно, с чем я не согласен. Или я это по-другому вижу. Поэтому я добавлю до этого видика очень много. Сделайте анализу этого, если можно, ответьте. В одном месте я дал утверждение по поводу свободной энергии. И я уверен, что это работает. Прошу прощения за мой русский, но я не русский. Я американец. Я русский, выучил здесь, в Америке. I took original video of Sergei and made it twice as long as it originally was. In one place I have made a statement, and I'm positive that material presented by me was carefully taken care of what it looks like indirect. But for many of you skilled in art, it is a very much precise and concise answer they have been waiting for. I have a very strong motivation asking myself, should I say or should I not? My friend Archie is gone, my friend John is gone, Tariel is still alive, probably the same way I am. Come on, man. Welcome to Wesley's channel. This is Wesley and it is Wesley's News. Come on, man. I've got all the time in the world. Come on, man.